Всем привет, с вами Даша и мой шпиц Тима, и мы ездили в зоомагазин, и также в Экспрессе и купили вот что. Итак, давайте же я сначала покажу, что мы купили в Экспрессе. Первая — это игрушка-мяч. Вот, она для собак, я думала, что она для кошек, но по-настоящему она для собак. Вот тут написано «игрушка для собак-мяч». Вот, она звенит, и еще она резиновая. Вот, внутри есть такая штука. Вот, надеюсь, Тиме понравится. Я ему еще не показывала, не играли. Надеюсь, он будет мне приносить. Плюс ему нужно за что зацепиться, чтобы принести мяч. Потому что мяч немножко больше, чем он. Вот. Также мясные сушки с говядиной. Опять. Я все хочу купить с другим вкусом, но почему-то только с говядиной. Вот мы постоянно покупаем такие, уже третий раз покупаем. Вот, Тиме нравится. И я довольна. От фирмы Титбит. И чипсы. Вот, они специально для собак мелких пород. Цена 77 рублей. Тут 5 штук. Ну, наверное, не знаю. Ну, нормальная цена, в принципе. Тут в состав входит только кожа говяжья. Вот. В принципе, нормальный. Мы первый раз покупаем от фирмы Титбит такое. Вот. Надеюсь, тебе понравится. Вот покупки из зоомагазина. Опять покупаем такие колбаски от фирмы «Деревенские лакомства». Две из мяса кролика и две из утки и ягненка. Тиме нравится, мне нравится, я использую их для дрессировки. Режу на маленькие кусочки и даю, когда он выполнит команду. Правильно. Такие палочки для чистки зубов от фирмы Pedigree Dentastics. Вот, это для собак мини. От 5 до 10 килограмм, но Тима весит 4, ну, ничего, в принципе. Вот, как я говорила, у Тимы режутся зубки, это чтобы он их точил, и чтобы они у него еще расшатывались, молочные. Вот. Палочки куриные от деревенских лакомств. Очень давно хотела такие купить. Наконец-то купила. В интернет-зоомагазине они стоят примерно 300 рублей. Состав хороший, куриное мясо и сыромятная говяжья кожа. Вот и все. Следующее видео будет про то, как Тима отреагировал на это все.